Сегодня 4 апреля 2023 года. Весна все больше и больше набирает свои обороты. Просыпаются наши так называемые кормильцы. С ними вместе и радужная кипарисовая златка. Это короткое видео просто будет посвящено симптомам. Как увидеть на туе деятельность златки. Первым признаком проявления златки является изменение цвета хвои, как видите на данном видео. Если мы заглянем вовнутрь, в данном случае мы увидим конкретно на ветке посередине ее деятельность. Тут мы можем увидеть следы деятельности златки. Она полностью перегрызла все проводящие пучки, которые ведут питание к ветке, чем и вызвано изменение окраски, то есть ветка засохла. Видны ходы и остатки после жизнедеятельности златки, то есть прессованная труха. К сожалению, как для этого видео и для меня, я не нашел личинку. Скорее всего, она уже или вылетела еще, правда, в прошлом году, либо погибла за зиму. Ну, как бы вот такое короткое видео, показательное, примерно как себя она проявляет.